Вы знаете, тоже иногда что-то хочется. Хочется такое красивое, ровное и свеженькое. Но вы понимать должны меня тоже, да? Я же человек, который знает удовольствие от раритетов. Да, конечно. Потому что раритеты, они, конечно, интересны, но туда приходится вкладывать деньги. Но если бы у меня этого дела бы не было бы, я бы, конечно, бы тоже приехал сюда и взял. Здесь я просто посмотрел внимательно, да, то есть, вот помните то время, когда вы могли купить машины? Когда машины не стоили таких космических денег, как сегодня и сейчас. Так они здесь есть. Что же радует? Так что? Отличный вариант. Лучший вариант. Изумительный вариант автомобилей. Что радует больше? Все машины реально осмотрены. Это не рынок. Я сам человек рынка. Но когда я там продаю машины, они мои любимые и красивые. А таких-то немного. Но такие есть машины здесь, в Best Auto на Магнитной 111. Эту машину я снимал. И эту машину. И она в ценнике даже не выкатывается за миллион рублей. Нет. Хорошая, отличная машина от BMW первая серия. Она такая купешка, 4-дверка. Цена вопроса 730 небольшим. И замечательно другая машина. Да. Хороший двигатель, небольшой, красивый, ровный. И ценник-то тоже небольшой, 340 рублей. Это не для вас же, это все сделано для вас. Приходите, покупайте, вопросов нет. А вот что удивляет. Конечно, я рад, когда человек получил искомое. Дай-то бог, это не был кредит. Но сумма новой машины, образца 2007 и позже до 2014, здесь есть. Уж поверьте, я хотел Сангьянг, я его купил. Но ценники на новый бумер от первой серии были через стенку. Мне ничего не надо про это говорить. Есть у нас товарищи, которые пришли с СВО. Господа мои, вы жили там. Я там лично был, я видел, как это все делается. Конечно, это все тяжело. Вы сделали свое дело грамотно. И молодцы, что вы это сделали. Потому что если бы не вы этим делом занимались, у нас были бы серьезные и большие проблемы. То, как вы этим делом занимаетесь, мы говорим вам огромное спасибо. И вам Best Auto тоже может кое-что предложить. Вы сюда придите, пообщайтесь и наверняка выберете то, на чем вы раньше ездили. Но, конечно, оно будет не таким, потому что там-то я видел немножко другие машины. А сегодня и сейчас вы также можете себе взять отличный джип и спокойненько получать удовольствие. Трейд-ин или не трейд-ин? Тупо обмен со странной доплатой. Ну, есть человеки, пусть будет. Но трейд-ин не включает в себя продажу. Вы там сами будете искать машины и, может быть, делать это не один день. Здесь машины лучшие, в лучшем и отвинтецком состоянии. То бишь, человеки с сожрущими масло моторами и текущей коробкой с ГРУ летят мимо! Туда же улетают сапуны на трубках. Человек должен реально дивиться, и дивятся все. И уезжают на том, где поменены масла, тормозные жидкости и фильтры с колодками. Вы где-то видели подобное? Я вижу это здесь, в Best Auto на Магнитной 111. В некотором количестве этих машин вы больше не увидите. Ну, не увидите, и все. Конечно, это все очень качественный зал. Сегодня и сейчас, в принципе, здесь тоже есть очень качественные китайские машины. Но. Запад ушел. Причем сделан он, конечно, как нехороший товарищ. То есть они все это дело типа сказали, что мы уйдем, а вот недвижимость, пусть она будет наша. А мы сказали, вы собираетесь уходить? Ну так уходите, а недвижимость пусть будет российская. К сожалению, мы вряд ли это будем делать настолько красиво и ровно, хотя дай-то бог, что мы раскрутимся. Но для тех, кто все-таки хочет поездить на Западе, на настоящем Западе, да, который хочет ездить на Рено, на Логане, вот. Да, к слову о том, что как бы, ну, даже, я вот реально смотрю, да, ну, нормальный автомобиль.
принципе, вы можете спокойненько его купить и кататься. Никаких проблем нет, он еще более-менее красив и совершенно не тот Логан, который был раньше. То есть вот он, серьезная машина. Или Kia. Вот, пожалуйста. Или Hyundai, пожалуйста. А, Volkswagen. Вот, вот. Очень много всяких Volkswagen. Естественно, здесь же также есть и Nissan. Да? Вот чем мне интересен и чем мне это нравится, тем, что когда я сюда захожу, я вижу то, что любой человек может себе позволить купить. Вы не попадали на разбитые в лохмотья лобовые стекла? На текущие суппорта, на антифриз в салоне? Я попадал. Ну, понятно, я тот, кто умеет все это либо поменять, либо отремонтировать. А кто нет, влетает в копейку. Так вот, эти машины не такие на 100%. И в случае кредитов, а возможность их оформить здесь реально высока, вы получаете договор и сразу ставите машину без косяков. Вот здесь такие машины есть в Best Auto на Магнитной 111. Чем нам это все более интересно, да? Мы в каком городе живем? Да вы спасибо скажите городу Магнитогорск. Потому что город Магнитогорск – город несоленых автомобилей. Я внимательно сегодня посмотрел, внимательно везде полазил. Понырял, кстати. Да-да-да-да-да. И вы знаете, то, что есть здесь, равно нет. Так вот, есть и новые, есть любой Запад и Корея, и Китай, и Япония. К сожалению, СВО, по мнению Британии, на срок до 30-го года. Ха. Но зная уровень Best Auto, нам-то фиолетово. При всем уважении хочется, используя фактор уникальности, ехать не на дорогом Западе. В машинах и из Америки, Кореи и Японии. Да легко, есть ведь Best Auto. Берем машины и не паримся здесь, на Магнитной 111. К слову, добраться вообще не проблема. Чуть-чуть дальше трамвайная остановка, это просто если нет машины. А чуть ближе, это другая остановка, где вы можете спокойненько сесть на маршрутку. Вообще никаких проблем нету. К слову, сюда можете приехать, а уехать на машине. Потому что здесь все сделано для вас. Вы хотите, вы получаете эту дивную машину по нормальной цене.